Good news, everyone! Добренького! Да, начнем мы сегодня с хороших новостей. А именно на этом канале, на канале Фишка, было решено завязать с шортс-видео. В свое время, когда YouTube предложил такую возможность делать короткие видео, которые просто невероятно стреляют, набирают миллионы просмотров, ну я не мог этим не воспользоваться. Прирост подписчиков бешеный, время просмотра бешеное, просмотры бешеные. И все. Как бы все. Из-за того, что приходит огромное количество людей, в основном это не целевая аудитория, поскольку на канале сейчас почти 12 тысяч подписчиков, и только 2-3 тысячи из них активны. Все остальное это намылось благодаря шортс-видео. И вот теперь все эти бонусные 10 тысяч висят мертвым грузом на канале, и толку от них никакого. А еще одна фишечка, да, фишечка канала. Канал же фишечка, а то меня еще ругают, что я говорю фишка постоянно. Я поэтому и канал так назвал, потому что я говорю это слово постоянно. Так вот, из-за того, что аудитория не целевая, там такой трэш, угар и садомия творится в комментариях. Я на них практически никогда не отвечаю. В общем, все, я не вывожу, я решил завязать с этими коротышами. Толку никакого, смысла их делать нету абсолютно никакого. Ну а тем временем мы переходим к рубрике «Ответы на вопросы». Приношу свои искренние извинения за срач мастерской. Сейчас здесь проводятся некие работы. В принципе, мастерская и делается для того, чтобы здесь производить некие работы. Все это, конечно же, уберется, но только после выполнения работ. И первый вопрос, он даже как бы и не вопрос, а самый часто встречающийся комментарий. Говорят, что мой профессор... Для меня это также загадка. Содран с доктора Дью. Китайская подделка на доктора... Серьезно, что ли? Где мой профессор? И где доктор Ю? А это абсолютно разные персонажи. Чем они похожи? Или любой, кто одевает на себя белый халат, автоматически становится косплейщиком доктора Ю? По-моему, это бредятиной попахивает. А мы перейдем к более-менее серьезному вопросу. И этот более-менее серьезный вопрос. Недавно вышел обзор на быстрозажимные струбцины. И я там жаловался на струбцины Ирвин. Ну, не то чтобы жаловался. Говорил, что вот эта вот функция у Ирвина как бы хорошо, но лучше бы, если бы они были жесткие. И мне дяденьки подсказали, так что да, это скорее мой вопрос-ответ на мой вопрос, нежели чем ответ на вопросы зрителей. Итак, снимается вот эта фигня, и говорят, вот эту желтую достаешь, одеваешь. И все становится плотненько, так что не надо ныть и делать людям мозг. Да, спасибо, ребят, действительно так работает. Все хорошо, все ништяк, подсказали. И это делает струбцины Ирвин. Более универсальные. Ай, иди сюда. Нежели чем струбцинки от DeWalt. То есть у DeWalt оно уже сразу изначально стоит вот так в плоскости. Накладка, кстати, одна и та же. Вот полностью, если я сейчас... Ну, только что здесь полосочки есть. Поставлю от Ирвина на DeWalt, она подойдет один в один. Вот, все стало, и разницы никто не заметит. Так вот, благодаря вот этим вот наклонным вставочкам, струбцинки от Ирвина действительно более универсальные, чем струбцинки от DeWalt. Плюс зачет. Респект и уважуха. Так, теперь бы это все еще убрать. Поразосрался я тут, конечно, конкретно. Вот так. Кстати говоря, наверное, стоит сразу ответить еще на один вопрос. Спрашивали, будет ли закрываться торцевая часть полки чем-нибудь. Да, вот, пожалуйста, ламинат, уже все закрыто, все сделано, красивенько, хорошо. Так что не переживайте, торцы не останутся открытыми и не будет тут видно фанерки. А тем временем можно перейти, наверное, к последнему вопросу на сегодня. Меня часто спрашивают про Точила Makita GB801. Просят полноценный обзор на нее сделать. Я не знаю, я не могу сделать полноценный обзор на Точила. Что, оно крутится, оно работает. Ну, как бы все. Это точило, это инструмент. Надежная хренотень. Тут бесщеточный двигатель, я не знаю, синхронник, по-моему, стоит. В подробности не вдавался. Знаешь, что щетки точно менять не надо. Все, все ништяк. Круги на него обычно не подходят. Надо будет покупать оригинальные макитовские, которые стоят дороже, чем неоригинальные. По качеству круги, ну, такое себе. Пылят, да. Я их, конечно, чуть-чуть попритирал, потому что они были не отбалансированы, но я думаю, это проблема всех круговых. Все придется притирать, чтобы они ровно крутились. А в остальном, я не знаю, какой еще можно обзор сделать на вот это вот нехитрое устройство. Железное все, тяжеленное все. Вот тут есть полочка для зубов. Я не знаю, как ее еще использовать. Включили. Вот есть подсветка. Одно стеклышко с увеличенницем. Второе обычное. Подставочки, ну, такие себе, жиденькие. Честно, вот это вот бесит, конечно, то, что здесь все дребезжит, но из-за этих перфолистов, которые сами по себе вон вообще никакие от воздуха дребезжат.
избавиться не получится, они мне очень сильно нужны. Все, остановилось. Это далеко не первая точила, которую я покупаю. Там были энергомаши, еще какая-то хренотень была. Вот эта штука космическая. Да, она стоит, как, возможно, 3 точила энергомаш, может быть 2, потому что ну, тут большой размер. Но я покупал с целью купить вот один раз и все. И может быть еще и сын с внуком будут пользоваться. Установилось, работает. Единственное, что когда я покупал, я хотел сразу купить комплект кругов, ну камней. В наличии не было. Оставил заявку, попросил со мной связаться. Со мной никто не связался, выхожу, вроде продаются, на следующий день их опять нет. Ну, за расходкой придется побегать. В основном штука кайфовая, мне нравится. Можно еще попробовать подобрать аналоги через переходную шайбу. Ну, в общем, создадите сами себе геморрой. Ну, кто-то и кайфует от этого, да. Вот я выточил втулочку, вставил эту втулочку, в эту втулочку проложил 10 тысяч переходных шайб от 0,1 до 6 мм. И у меня получилось идеально. Ну, я не люблю заниматься этим геморроем. Я предпочитаю взять инструмент и, извините за французский, не дрочиться с ним больше. То есть расходка, та, что подходит, та и покупается, устанавливается. Все, не надо. И вот лишнее время занимать вот вообще не люблю. Я лучше чем-нибудь полезным займусь. Например, наведением срача в мастерской. Да, и здесь я вообще специалист, крайний, редкий специалист по наведению срача в мастерской. А помимо вновь приобретенной специальности по наведению срача, я также становлюсь суперспециалистом по наведению уборки. Клининг-специалист, клининг-мастер. Короче, все. Вопросов почему-то задают эти мало в последнее время. Раньше я не успевал на них отвечать. А сейчас как-то так, ну, там что-то спросили, сказали, ответили. Возможно, я что-то упускаю, да. Ну, как-то так. Если упустил ваш вопрос, пишите еще. Постараемся ответить. До новых встреч! Был еще один такой вопросик. Нафига мне столько кружек с черепами? Но это всего лишь кружки. Во-первых, они мне нравятся, как они выглядят. Из дома меня с этими кружками просто выгнали. Сказали, нафиг они дома нужны. Поэтому они в мастерской. Кружки, естественно, нужны чаек попить. Как же без них? А вдруг в гости кто-то зайдет? Поэтому их больше, чем одна. А могу еще забыть помыть. То есть, допустим, грязненькую брал в сторону, взял чистенькую. Все хорошо, все ништяк. Ну и самое главное, не стоит забывать, что я здесь все-таки не один это все снимаю. Ну, как бы, да, один, но нас много. Я один, но меня много. Да, вот так вот. Короче говоря, мне просто кружечки нравятся. Ну, такой небольшой фетиш.